Иракские христиане, которые были вынуждены бежать от насилия из Мосула, празднуют Рождество в Багдаде. Около 80 семей собрались в одной из школ в центре города. Она служит беженцам временным убежищем. Люди были вынуждены покинуть свои дома после того, как Мосул был захвачен боевиками группировки «Исламское государство». Дети веселились и получали подарки от Санта-Клауса. Мы каждый год раздаем подарки, но сейчас особое внимание уделили детям, которые бежали из Мосула и других северных районов Багдад, спасаясь от насилия. Невеселым выдалось Рождество у иракских беженцев-христиан в Дахуке. Многие из них говорят, что у них нет ни средств, ни желания праздновать Рождество, но что они будут делать это ради своих детей. Время Рождества, а нам не весело. В чем провинились наши дети? Они ничего плохого не сделали. Во всех западных странах празднуют, а мы, также христиане, живем в унижении. Надеюсь, что в новом году мы вернемся домой, к нашим церквям. У детей все-таки настроение получше.